spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена серия вейдерсов от компании Alaskan под названием Scout. Такая экипировка станет хорошим выбором для рыболовов, которые предпочитают забродную ловлю, во время которой совершают дальние переходы. Эти забродники выпускаются в нескольких цветовых решениях и весят около 1 кг. Давайте поближе их рассмотрим. Для изготовления Alaskan Scout используется современная трехслойная мембранная ткань Aerotex. Она имеет следующие характеристики. Водонепроницаемость 28 тысяч мм и дышащая способность 12 тысяч граммов на квадратный метр. Внутренние швы проклеены, благодаря чему достигается герметичность изделия. В верхней части находятся эластичные подтяжки с возможностью регулировки по длине. Спереди помощи застегиваются на большие и мощные замки фастексы. Чтобы сложить небольшую коробку с приманками, флайбокс или компактный аксессуар с внутренней стороны предусмотрен матерчатый кармашек на молнии. По объему вейдерсы утягиваются поясным ремнем. Он также регулируется по длине, имеет застежку фастекс и вставку из резинки. Брючины имеют анатомический крой и изготовлены по принципу Ride Seam Technology, то есть у них нет шагового шва. Благодаря этому достигается защита от быстрого протирания. В нижней части мы видим носки из неопрена толщиной 4 мм. Они сделаны под правую и левую ногу. Выше расположены эластичные манжеты с металлическим крепежом для забродных ботинок. Полукомбинезон комплектуется набором для быстрого ремонта изделия, в который входят специальный клей, заплатка и материал для проклейки швов. Прилагается инструкция на английском языке. Осталось лишь добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.